Такое же платье, как на тебе, только в черном мы цвете. Дождались, мы дождались. Номер лота 82-719. Это платье по цене 2393 рубля. Ярмарка выходного дня, я напоминаю. Поэтому это роскошное произведение искусства, можно сказать, по такой низкой цене. Наташа, давай говорить про это платье. Это вечернее платье. У нас с тобой сразу сегодня несколько лотов для вечера, по вашим просьбам, конечно же. И мимо этого платья мы точно не могли пройти, потому что это, ну, просто, понимаешь, элегантность в своем 100% воплощении. Посмотрите на меня, я выбрала на себя темно-синий. У меня размер 52. Я считаю, что он мою фигуру прям, ну, сделал просто волшебный. Мне очень нравится, как сидит, при том, что у меня фигура непростая. У меня фигура груша, у меня попа шире плечей. Кстати, у кого попа шире плечей, имейте в виду, нам очень важен крой платья. Во-первых, во-вторых, стараемся вставать на каблуки, да, хотя бы на 5-сантиметровые. Хотя бы для вечеринки или торжественных случаев, вот как этот. Ну и, конечно, смотрим три варианта расцветок. Это очень важно. Мы подобрали те цвета, которые максимально комплементарно будут на нас смотреться, особенно девочки на размерах плюс. А я напоминаю, что у нас размерный ряд очень хороший, с 50 до 62 и три роскошных цвета, три классических цвета вечерних, которые украсят гардероб любой женщины, которая заботится о себе и хочет выглядеть этой весной очень хорошо. Ну и что, давай перечисляем. Это у нас черный. Поедем от меня черный. Посмотрите, роскошный совершенно. Вот этот вот красный, называется цвет Мулен Руж, Алин. И, конечно, вот тот, который у тебя в руках, это темно-синий на мне. Но самое главное, посмотрите внимательно вот сюда. Это у нас с вами кружево, настоящее гипюровое кружево. Фантастической выделки, богатство невероятное. И как ты правильно меня спросила, такая, что там такое блестит? Блестит у нас не просто так, это пайетки. Пайетки тон в тон. Если красное платье, то красное кружево и красные пайетки. Очень черный, стильный. Черный, темно-синий, темно-синий. Мы в деталях все выдерживаем. И, конечно, точно такой же эффект, вот такой же кружево. Сейчас, видимо, отлично на Юлечке. У нас идет вот здесь, вот под грудью и до зоны подмышек. Это очень важно, потому что здесь мы вырезаем как бы ненужные килограммы и внимание обращаем на грудь. А грудь у нас структурирована совершенно божественно. Видите, как у нас отрезано под грудью. И дальше у нас идет вот такая специальная выточка. Покажу. Вот на Катеньке сейчас очень хорошо видно. И на мне сейчас видно. И именно вот эта часть отвечает за нашу с тобой фигуру. За мою, в частности. Да? Посмотрите, животик мы скрыли. Акцент мы выше животика положили. Вот сюда, естественно. Ну а дальше у нас идет зона бедра. Та самая структурированная, которая обязана быть структурированной. Поэтому, девчонки, кто хочет фигуру песочные часы, не каких-то там особых усилий прилагая, пожалуйста, это платье для нас по-королевски будет сидеть. В этом платье вы точно не останетесь незамеченной. Номер лота 82-719. Украсьте свой гардероб нашим роскошным платьем. В трех цветах у нас сегодня предложение. Черный, красный и темно-синий. Выгода сегодня вам составит 1697 рублей. Ну а само платье всего по 2393 рубля. Ну, для вечернего платья, Наташа, это очень-очень-очень, даже более приемлемая цена. Так, соглашусь с тобой абсолютно. Ну и, конечно, смотрим на ткань, потому что ткань у нас с тобой волшебная совершенно. Это вискоза с лайкрой. Она очень легкая, очень нежная. Драпировка получается очень красивая. Понимаешь, посмотри внимательно. Вот какая у нас драпировочка. Вот здесь на мне сейчас видно. Пошла драпировка. Животик прикрыт, а красивые волнушечки вот такие вот лежат. И это очень важно. Платье должно быть декоративным максимально, правильно, вечернее? И ухаживать мы будем легко, я так полагаю. Ухаживать будем легко, да. Учитывая, что все-таки у нас кружева с пайетками, давайте ручками немножечко поработаем, постираем.